пресс-службе БВК пояснили, что такой коллапс с закрытием социальных учреждений связан с переключением водоводов. Во время этих работ было занижено давление в домах микрорайонов Усольский, Любимов, Стрижи и Ясная Поляна. Это произошло в 7:30 утра. Примерно в 9 часов напор был восстановлен. Березняковская водоснабжающая компания приносит потребителям извинения за временные неудобства.